Всем доброго дня! Меня зовут Ольга Алфеева, я представитель южнокорейской компании Atome. Если вы сейчас находитесь в поисках дополнительного источника дохода, ищете для себя комфортные условия, дружный коллектив и надежного помощника, все мои контакты будут под этим видео. Пишите, буду рада видеть в команде. Самым, наверное, частым возражением от девушек я слышу: я не хочу впаривать, я не хочу навязываться. Я никогда не пойду в сетевой, потому что втюхивать и впаривать – это не мое. Что хочу сказать по этому поводу? У нас в компании ID международного уровня. То есть нас заранее поставили в условия, когда мы можем не ограничиваться ни кругом своих знакомых, ни городом, ни даже своей страной. То есть мы с вами можем работать абсолютно везде, где уже есть компания Atome. Это порядка 27 сейчас уже открытых стран мира. А сколько еще их на предрегистрации? Это важно, действительно важно. Не каждая компания такие условия предоставляет своим партнерам. Расскажу свою историю. Это был 2008 или 2009 год. Тогда стали популярными негосударственные пенсионные фонды. И в одном из таких я работала агентом. Моя задача была заключать договоры о переводе накопительной части пенсии с потенциальными клиентами. И кому, естественно, идет молодая и неопытная? Ну, к своим. Отказали родственники. А однажды за столом я узнала, что те, кто отказал мне, оформили такие договора с другим человеком. На что мне один из близких людей за общим семейным столом ответил: «Да ладно, она еще молодая, она еще будет прыгать из компании в компанию, где потом искать свою пенсию?» Как вы поняли, я до сих пор это помню. И тогда я приняла для себя решение, что где бы я ни работала, где бы я ни развивалась, ничего, никому я предлагать, и уж тем более втюхивать и впаривать ради какой-то своей выгоды из близкого окружения я 100% не буду. Ну, так оно и складывается. Я работаю с холодными контактами через интернет. Сейчас для этого есть огромное количество площадок. У нас в команде есть обучение, поэтому не переживайте, своим близким втюхивать точно ничего не надо. И наоборот, поверьте моему опыту, когда какой-то третий человек у вас приобретает классный продукт, а потом он действительно классный, и об этом узнает ваше близкое окружение, потом еще и спрашивать будут: а почему это ты вот нам об этом не рассказала, а ему там условно рассказала и помогла приобрести. Да, здесь классный продукт, он действительно работает, он влюбляет в себя, он цепляет собой, и он дает результаты. За несколько лет уже работы в Atome я убедилась в том, что это правильный выбор. Мне ни разу не было стыдно за продукт, и это один из плюсов, почему его не надо втюхивать. Мы, наоборот, помогаем людям приобрести то, что им нужно, то, что способно решить какую-то задачу, которая сейчас перед ними стоит. Будь то красота, будь то здоровье, будь то там улучшение качества жизни даже на бытовом уровне. И что еще немаловажно, это условия, в которых мы работаем, и обстановка в самой компании. У нас нет ежемесячной или там раз в 3 недели смены каталога. У нас есть стабильная продуктовая линейка. Нам не нужно помогать кому-то закрывать лидерские квалификации в конце месяца и с горящей попой бегать и собирать срочно заказы. Мы ничего этого не делаем. У нас нет обязательных ежемесячных закупок. Мы покупаем тогда, когда нам нужно. Активацию раз в полгода. Это единственное условие компании для поддержания активности вашего личного кабинета. Поэтому, если вы из тех людей, кто боится сетевого маркетинга как огня только из-за того, что нужно втюхивать, то Atome – это маркетинг нового поколения. Здесь 100% втюхивать и впаривать не придется. Здесь мы с вами консультанты крупнейшего международного интернет-магазина. Присоединяйтесь, буду рада видеть вас в команде.